Сьогодні в нас один із самих урочистих днів. Днів, присвячених посвяті ваших студентів, першокурсників, велику інтернаціональну сім'ю Вінницького національного медичного університету імені Миколи Івановича Пирогова. До нас поступили цього року представники майже з кожної області нашої держави. Миколи Івановича Пирогова урочисто обіцяє новим вчителям і товаришам по навчанню. Если же я нарушу эту священную клятву под пытками или из-за трусости, то пусть мое имя, мои родные будут навеки прокляты, а меня покарает суровая рука моих товарищей. Будущие добры, от посвящающих себя врачебному званию требуется природное дарование, учение и начинающееся с детства обучение, некоторую вежливость, ибо суворость в обращении мешает доступности к врачу как для здоровых, так и для больных. Выбрав свой путь, не позабудь дружбу студенческих дней. Выбрав свой путь.